Всем отсекам, аварийное продувание. Продуть главный балласт. Черт. Согласно данным, взрыв произошел в этом квадрате. Курс на запад. На Гавайи, что ли? Он ведет его туда. Кто кого ведет? Для вас это обычный день? Нет. Китов я вижу каждый день. Но такое чудовище впервые. Правда, настораживает меня его белизна, понимаешь? Белый цвет добра. Не все, что белое, доброе. Капитан, носовой горизонтальный руль вышел из строя. Ниже перископной глубины нам не опуститься. Спасибо, старшина. Вахтенный, принят сигнал бедствия с круизного лайнера «Рэйчел». У них люди за бортом, и они просят помощи. Сообщите «Рэйчел», мы проследуем к их месторасположению. Невероятно. Он дразнит меня, сэр. Покинуть палубу, мистер Старбак, мы идем за ним. Но как же Рэйчел? Мы в 100 милях от Гавайев. Представляешь, что будет, если эта тварь доберется до Перл-Харбора? Сэр! Я не стану рисковать флотом США и жизнями четверти миллиона людей, особенно теперь, когда у меня появился шанс остановить эту тварь! Рэйчел сама справится. Есть, сэр. Тогда очистите палубу. Нам нужно поймать кита. Господи, помоги нам. Внимание! Подготовить торпедные аппараты. Включить режим активного сонара. Мы больше не станем прятаться. Рулевой полный вперед. Не дайте ему уйти.